всех, верую притекающих к Твоему заступлению и теплую молитву Тебе призывающих, скоро почися и избави Христово стадо от волков, губящих ею, и всякую страну христианскую огради и сохрани. Отечество наше, Русь святую не оставь святыми Твоими молитвами, от мирского мятежа, труса нашествия на племенников и междуусобные брани, от глада, потопа, огня, меча и напрасной смерти. И якоже помиловал Иси трех мужей в темнице сидящих, и избавил Иси их царева гнева и посечения мечного, так и помилуй нас умом, словом и делом, во тьме грехов сущих, и избави нас от гнева Божия и вечные казни. Укрепи здравие душевное и телесное всех с верою Тебе притекающих. Услышим молитву тысячи тысяч паломников наших, кто прибегал к Твоей милости с чистой верой и с несумленным доверием ко всему, что проистекает по милости Твоей, ибо Ты до Твоей ходатайством и помощью, Своим же милосердием и благодатью, Христос Бог тихое и безгрешное житие даст нам, пожить и в веце сем, и избавите нас шуево стояния, сподобит же деснага со всеми святыми. Аминь. Святителю, Отче Николае, моли.